Донецкая филармония приглашает детей и их заботливых родителей на полюбившуюся музыкально-литературную композицию «Карлик Нос» из цикла «Сказки с оркестром». Александр Порецкий и Академический симфонический оркестр имени Сергея Прокофьева под управлением Владимира Заводиленко перенесут вас в мир таинственных приключений героев Вильгельма Гауфа. Перед началом представления гостей встречают куклы-великаны. Подробности в кассе и на сайте филармонии.